Друзья мои, всем привет! Сегодня на обзоре такой небольшой пакетик. В этом пакетике спортивные штаны. Спортивные штанишки брал специально для крымской зимы. У нас, в принципе, не так-то уж и холодно, но все же. Предыдущие штаны были немножечко другие, нежели я ожидал. Они были, скажем так, было написано средняя толщина, на самом деле они были очень и очень тонкие. Вот эти штанишки, значит, отправлялись посылочкой, вернее, отправлялись компании СДЭК и присылались, собственно говоря, тоже компании СДЭК. Вот точно такая же у меня, вот такие же штаны, вот с точно такой же нашивкой. Но, как уверял товарищ китаец, продавец, он сказал, что, значит, эти штанишки будут отличаться от тех, что я ему показал. Вот пришли вот такой упаковочки с дырочками. Вот здесь вот я имею в виду в пакетике. Ну и такая застежка. В принципе, оригинально. Это мне очень нравится для начала. Значит, компания СДЭК, да, она доставляла месяц, целый месяц до Крыма из Китая. Пакетик заказывал 2 икса, стоили они, я их покупал за 18 баксов 35 центов. Вот так, сами считайте, сколько это. По-моему, это равняется 1091 рубль. Но сейчас, в данный момент, кстати, эти штанишки стоят 928 рублей. Я точно не помню, за какую сумму я брал, сейчас скажу. А, нет, я брал за 15 долларов 18 центов. Что составляет 15 долларов 18 центов, составляет 902 рубля. Ну, в принципе, немного так. Это, наверное, да, если сейчас он 928, тогда я взял за 900 рублей. Но, в принципе, посчитал, что вещь нормальная, немножечко теплее. Давайте сразу посмотрим. На ощупь изначально... Да, на ощупь изначально резинка, конечно, классная. Большая, широкая, вот аж такая. Вот это все резинка. Кстати, купил эти штаны у этого продавца, только я один. Вот. Китайский какой-то непонятный, вот, волосины. Значит, чем мне понравились еще эти штанишки? Тем, что у них вот здесь вот есть молния. Нафига точно она, я так и не понял. Значит, особо материал, не скажу, что он супер спортивный. Вот. Сейчас покажу вам, что, как это выглядит, значит, на просвет. И замерим с вами размер. Должен составлять где-то 102 сантиметра, 103, 104. В принципе, я уже с этим, да. Значит, по качеству пошива, по качеству нигде не так не торчит, но такое ощущение, что чуть-чуть что-то как-то прям не Adidas. Вот так. Потом еще посмотрим, естественно, как он сидит, и я уже сделаю свое резюме окончательно и скажу этому товарищу, хороший он или не очень. Значит, что у нас еще здесь есть? Есть карманы. Карманы сделаны, смотрите, тоже из плотного материала. Качество, знаете, качество хорошее такое в этом плане. Сейчас посмотрим изнутри. Значит, изнутри у нас строчка ровная, сразу видно, что строчка заводская. А вот сделана она хорошо. Мне нравится, что плотная такая резинка, состоит она из или из трех, или причем натяжка разная, скорее всего, это три резинки разные. Значит, ну что я могу сказать здесь еще? Так, 50, вот какая-то красивый лейб какой-то у нас. Вот, Revolution. Дальше у нас написано катон 95% и 5 эластическая фибра. Вот, ну и наклеить можно все что угодно, это понятно. Штанишки, значит, у нас они на ниточке, вот на такой. Или на веревочке. В общем, на штурках. Итак, давайте теперь попробуем замерить.
Значит, исходя из длины, ну, длина, соответственно, длина, значит, от начала резинки до конца ноги получается, ребята, 105-106 сантиметров. Это 106 сантиметров, ребята, это хороший показатель, мне нравится. Предыдущие у меня были 102, я их носил довольно, ну, сейчас ношу, сейчас в них нахожусь. Очень, в принципе, ну, такие неплохие штанишки, но они дырявые. Значит, здесь... Интересный карман. То есть, ребята, качество. Вот здесь единственное, что у нас ниточка. Мы ее сейчас быстренько обрежем, чтобы ее не было. Значит, качество, ребят, я доволен очень качеством. Качество хорошее. Вот этот лейбл, ну я не знаю, в принципе, он мне особо не мешает. Значит, что дальше? Дырок вроде никаких нигде не наблюдаю, материал вроде приятный. Давайте посмотрим на просвет. И на просвет вот выглядит примерно вот так. Ну, ребят, я скажу, что тут, правда, плохо он видит. Сейчас мы что-нибудь настроим здесь как-нибудь. Ждем. Надо что-нибудь в кадр. Так, давай на палец настраивайся. Ну, в общем, в принципе, я так вижу, что особо он не дырявый. Вот, правда, под каким-то углом, то ли отсвечивает, то ли что. Ну, вот, вполне нормально. Или дырявый. Не, ну я не скажу, тут какая-то ткань какая-то, видите, если ее растягивать, да, здесь стрейч. И это приятно тоже. А вот мы ее не растягиваем, вот такая ткань. Когда мы ее растягиваем, естественно, появляются дырочки. Значит, то, что касается по дизайну, сейчас я их измерю и покажу. По идее, штанишки должны быть вот... Примерно вот такого плана. Естественно, ссылочку я скину вам. Должны быть вот такого плана. Вот такого плана штанишки. Ну, вот так вот они смотрятся. Сзади вот такой карманчик. Как я и говорил, карманчик именно вот такой, как здесь. То есть, все похоже, очень похоже. Серые штаны я специально не стал брать, потому что, ну, все-таки это серые штаны, а черные тут уже немножечко все по-другому. Видно, да? А вот здесь вот расходится. Ну вот, в принципе, вот так вот они должны выглядеть. Сейчас я их примерю, посмотрю и скажу, что к чему. Кстати, друзья, сразу вот покажу свои прежние штаны, которые немножечко они уже затерты. Вот смотрите, сразу видно, да, видите? Вот штаны, ткань какая была у этих штанов. То есть те штаны, которые первые, в которых я сейчас схожу. Я попросил, чтобы они были не такие же у этого товарища-продавца, и он сказал, что они будут плотнее. И вот как выглядят те. Конечно же, не просвечивается, ничего, все видно. Ну, ребята, что я могу сказать сразу? Штанишки действительно качественные и хорошие, но, на мой взгляд, что я каким-то образом, наверное, перебздел больше и чуть-чуть другой размер. То есть это, конечно, не тот не другой размер, они мне полностью подходят, но они действительно мой рост, они действительно высокие, они действительно качественные. И, конечно же, я вам рекомендую и этот магазин, и этого продавца. И этот товар, конечно. Все, друзья, на этом все. Спасибо. Ну и всем пока, здоровья, удачи, пока.